Ну, начинаем мы с другой новости. 9-летний мальчик и 11-летняя девочка пострадали во время катания на тюбе, закрепленном веревкой к машине. Все произошло на загородной трассе в Студянском районе. За рулем была женщина. В какой-то момент тюб с детьми вынесла на встречную полосу, по которой ехал другой автомобиль. Шел снег, и видимость на дороге была плохой, поэтому водитель не сразу заметил катающихся. Я как увидел детей, резко вправо ушел, но все равно как бы удар они пришелся, потому что в последний момент только увидел их. Как уточняет областная полиция, пострадавшую девочку доставили в Студянскую больницу. Мальчика без сознания отвезли в медучреждение в Иркутск. Уже там школьник пришел в чувство. Инспекторы ГИБДД выясняют все детали данного происшествия, а прокуратура начала проверку.